книгосжигатель Гай Монтек в свои 30 лет отбирал книги и сжигал ночью, встречая рассвет. Телевидение, именно оно должно давать информацию, а любовь к книгам достойна немедленной ампутации. Из книг нужно разжигать большой костер. Для всех любимым должен быть телерепортер. Вот сжигателей команда отправляется на вызов. Сладостный момент расправы с книгами, он так им близок. Oh yeah! Oh yeah! Какая опасность от книг сама очевидна. Книга ружье в доме соседа, его не видно. Сжечь ее, разрядить ружье, обуздать человеческий разум. Кто станет мишенью для начитанного? Сжечь эту заразу. Хозяйка книг отказалась покинуть свое жилище, которое считала книги своей ежедневной пищей. Приняла смерть в огне вместе с любимыми книгами. Сопровождался этот беспредел громкими криками. Какая дурь! Книга — это носитель информации. Убить книгу — себя не уважать. Нужна сублимация.